Министр спорта Московской области Дмитрий Оборенов, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и олимпийская чемпионка, депутат Мособлдумы от «Единой России» Лариса Лазутина наградили лучших спортсменов муниципалитета. Благодарностями и грамотами отмечен 21 спортсмен. Церемония проходила в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Во время чаепития участники события беседовали о перспективах дальнейшего развития спорта в округе.